Нижегородская духовная семинария объявляет дополнительный набор на 2024-2025 учебный год. Набор ведется на программы бакалавриата. Теология, профиль «Православная теология», подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций. Подача документов осуществляется до 19 августа. Вступительные испытания пройдут с 20 по 25 августа. С правилами приема и перечнем документов можно ознакомиться, перейдя на сайте семинарии nds.nne.ru. Просьба. Время подачи документов согласовать по электронной почте nds@nne.ru.